Педофила, который удовлетворял свою похоть собственными сыновьями, оставили за решеткой. Прокуроры настояли, чтобы мужчина сидел в колонии строгого режима. И Манжелинский городской суд приговорил 48-летнего педофила к 17 годам лишения свободы. Вот только осужденный отрицал то, что развращал собственных детей. Он заявил, что потерпевшие его оговорили. Мужчину признали виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». По данным следствия, с 2009 по 2010 он неоднократно удовлетворял свою похоть с малолетним сыном. Кстати, ранее мужчина уже был судим за то, что развращал еще одного своего несовершеннолетнего сына, а также двоих, но уже не своих детей.